Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на одержимого максимальной прокачки. Это вот такой вот с богом войны прокачал вторым талантом 12-12 рунами бастион, топор. Будет у нас стоять слоник. Ну, на 12 он восстанавливает здоровье в объеме 1500% от атаки, трансформируется в Диана, получает на 82 процентов больше к атаке, иммунитет имеет к оглушению, снижает получаемый урон на 15% на 12 секунд, кулдаун 14. Также в демонической форме наносит 360% от атаки. Врагам впереди снимает бафы, имеет встроенный берс 8 левела, кулдаун 3 секунды в форме. Бог войны стоит 8-8 плюс 90% атаки. Также тут стоит слоник с девятым скиллом, артефактом топор, рунами бастион, который дает еще плюс 20% к атаке. В снаряжении стоит ослеплялка, я ее использовал на дефе в битве гильдий, когда использовал этого героя. А рунами он особо на уклонение плюс жизнь. Что у него по статам? Атака 10360 плюс 8189, жизни 172 тысячи плюс 160, то есть где-то в районе 350 тысяч можно набрать. Частота атаки 1000, скорость движения 280. Вроде как-то так. Побежали. Давайте с рейдом начнем. О, расстановочка без стрелка, смотрим. Так, его заблочили, сволочи. Ух, хорошо так долбанул, но, конечно, нас это не спасло. Ну, гаргула снес с ульты. Бедный гаргул. Еще одна расстановочка. Как видите, быстро набирает энергию. Долбит тоже не по-детски. Красивая у него скин. Забор просто пропадает. Так. Вот так вот, ребята. Видели, да, как он просто с руки сносит. А вот сработало ослепление. Вальку тоже ушатало. Ну, как-то так. С бастионом, конечно, он поинтереснее. Ну, в плане выживаемости будет, в плане атаки вот это вот максимальное, что у нас есть. Так, тут у нас сейчас Фрея. Вот так вот пропал просто. Так, смотрим против Фрэнки. Успели форму выйти? Успели. 223 тысячи, Фрэнки пропал. Об хранителя мы, конечно, убьемся, но смотрите, хранителя тоже практически слили, там осталось у него там минималка. Десятая часть здоровья. Так, смотрим тут. Герой дальнего плана, как видите, дальник. Единственное, вот эти вот переключения с формы в форму. Сейчас его сольют. Где его использовать? Абсолютно везде. Хорошо на угольной заходит, хорошо заходит на битве гильдий, на PvP локациях, таких как арена, КБшка, там можно фармить и отбивать алтари с ним тоже очень хорошо. Забытая битва, атака фортов, то есть практически везде. Но основное, кому он нужен, это без доната для прохождения подземок. В подземках он просто творит чудеса. Благодаря тому, что снимает там и бафы, и прочее. Давайте кинем щит. Давай ульту. Ульта пошла.
Так, чуть-чуть не успели. Рановато кинул. Вот он вошел в форму. Смотрим, против вражеского ворожая слил. Форма. Успеет. Успел. Черепа снимает его умение. Смотрите, раз. Череп пропал. Раз. Давай, успеешь? Не, не успеет, скорее всего. Себя восстанавливает. Тень убила его. Вот так вот. Бодается очень, очень достойно. Конечно, жизни маловато. Я как раз начинал играть, когда этого героя ввели. И очень хотел его себе на аккаунт, потому что реально старенький, но очень универсальный герой. Ну, 2 года ему чем-то там, по-моему. Вот видите, его слили. Так. Ну, давайте посмотрим на него в подземках. Так, тыква у нас там есть. В принципе, можно бежать. Вот жестокая. 8-10 последняя. Кидаем его. И кидаем тыковку. Он бьет зонально впереди себя. Так, нужно ворожая для подхила. Вот смотрите на урон. Под разгоном, конечно, он тут чудеса творит. Давайте возьмем посерьезнее 5-10. Уберем лишних героев. Кошмарка. 5-10. Вся пятая кошмарка, если он у вас есть, реально. Очень хорошо с ним проходится. Тут можно выбить череп. Раз, два. Начиная с тыковки кидаем всех. Ускорение. Он снимает с черепа баф. И все. Включился Атлантик, сейчас нас сольет. Да, бывает. Давайте еще попробуем на 7-й кошмарке протестить. Я специально его прокачал для 8-х кошмарок, думаю, он там в такой сборке нам поможет. Так, раз, два, начиная с тыковки, все кидаем. Хранителя вроде успели заморозить. Ну, конечно, мы тут на тени сейчас провисим. 30%. Ладно, сейчас попробуем с другой стороны зайти. Ай-яй-яй-яй-яй. Разучился уже бегать.
Так. Странно. Хорошо. Сейчас мы так, чтобы Ронинов заморозить, выкинем всех. Есть. Ну, у нас тут, конечно, малышеники бьют. Ну, видите, да, 38%. Вот зона его действия до центра. То есть он на подземках реально очень топовый. А ну-ка, интересно еще. 7-2. Тут, конечно, я юнита не взял. Ну, чисто даже так попробуем. Смотрите, как глушает. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило, чтобы залп дал и ратушу снес. Ну, то есть можно проходить свободно. Давайте затестим урон в экспедиции. Экспедиция, выбрать героя. Можно брать на битву гильдии в атаку. Ну, конечно, опасно. Жизни маловато, могут снести очень быстро. Так, тут немножко неудобная расстановочка. Сменим. Так. Вот, вроде неплохо. Ну, забор сносит в экспедиции, значит урона более чем достаточно. Ай-яй-яй, череп он к нам подбежал. Ух ты. Просто красавчик. Ну дальше уже, наверное, не затащит. Да, чуть-чуть нам не хватило. Чуть-чуть. Ну, вы сами, в принципе, видели. Бешеный, просто бешеный урон. Даже в экспедиции, где урон пониженный. Шаман. Сносит дофига. А, ну, также вы можете применять его на волнах, на лаве третьей. Берут для снятия на архидемонах. Некоторые его используют в королевской битве на демонах, на угольной армии смотрится неплохо. Ну, в принципе, везде. То есть герой очень хорош. Топовый, конечно, для него талант это каменка, где он больше выживает. Плюс его еще 12-й скилл дает дополнительно деф. Бастионный вариант хорош, но я все-таки решил вкачать с максимальной атакой. Поставил ему бог войны. В принципе, все. Пишите в комментах, у кого какой одер есть. У меня они вот такие с огненной защитой на деф с камен, с этим, с богом войны, с каменкой. И вот докачиваю с разбросом. Тоже будем тестировать. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.